السنة السابعة للحرب في سوريا وشارفت على نهايتها، الحرب التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين. العديد من أبطال الأمة الإسلامية الشجعان قدموا أرواحهم في سبيل مجد الإسلام وإقامة العدل ورفع الظلم. ومن بين هؤلاء الشجعان المهاجرين الذين أتوا من أنحاء مختلفة من العالم. اليوم نريد أن نقابل أحدهم وهو لديه خبرة طويلة في الجهاد الشيشاني والسوري. معنا القائد العسكري مسلم أبو وليد الشيشاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على تخصيص هذا الوقت، وأعلم جيدا أن وقتكم ضيق. Спасибо вам тоже, что нам предоставили такую возможность обратиться к вам. أخي أبو وليد، أنت مخضرم في الجهاد وسرت على هذا الطريق لأكثر من 20 سنة. من خلال تجربتك أخبرنا من فضلك كيف تقيم الوضع الحالي في الشام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. Я много говорил о ситуации в Шаме и разъяснял братьям положение здесь. И думаю, сейчас углубляться в деталях нету смысла. Но коротко скажу. На джихаде в Шаме Аллах дал нам все, о чем только могли мечтать эмиры в других местах джихада, которые не имели даже десятой доли из того, что у нас есть. Но при этом своей правдивостью перед Аллахом, мужеством и стойкостью смогли удивить весь мир. Подняли честь мусульман и стали гордостью и примером подражания для исламской молодежи. Но те эмиры, которые возглавляют этот джихад, не смогли воспользоваться этой силой правильно и направить это в нужное русло. Из-за своих разногласий и приоритета интересов джамаата над интересами уммы. И из-за того, что они не отдали должное и ученым, и опытным людям. Но, альхамдулиллах, еще не все потеряно. Хорошие времена еще ждут нас впереди, иншаллах. Ахи Абу Лид, аннас ядуун мин Аллах, ан юрсил илейхим каид аскари, ка амтал Халид бин Улид, ради Аллаху анху. Если мы просим такого, как Халида бин Валида, то нам еще надо просить, чтобы он был настолько богатым, чтобы сам самостоятельно смог обеспечить свою армию. И оружием, и пропитанием, и всем необходимым на этом пути. По-другому он ничего не сможет поделать. Потому что рассчитывать на мусульманскую умму сегодня не приходится. Сегодня много можно услышать призывы такие, как «Где Умар бин Хаттаб?», «Где Али ибн Абу Талиб?», «Где Халид бин Валид?», ради Аллаху анхум. Алхамдулилла, есть те мужчины, которые вышли на этот путь, чтобы уподобиться им, которые имеют и опыта, и знают свое дело, которые готовы пожертвовать собой ради того, чтобы защитить честь мусульман. Но где те мужчины, которые, когда слышали, что где-то готовят войско мусульман, выходили жертвовать своим имуществом на этом пути? Где те, которые, соревнуясь, приносили кто свое полбогатство, а кто и полностью, доверяя своих домочадцев Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям? Где те женщины, которые выносили свои украшения и отдавали на этот путь? А те, которые не находили с чем пожертвовать, отрезали свои косы и плели из них плети для всадников. Сегодня ваши Умары, ваши Али, ваши Халиди сидят связанными руками и ногами и не могут собрать свои войска из-за того, что вы их не поддерживаете. И видя, как слабые среди них поддаются соблазнам, предлагаемым разными государствами, и направляют этих муджахидов в угоду этим государствам, терзают себя из-за того, что не могут повлиять на это. Если вы хотите, чтобы ваши герои вас радовали своими победами и достижениями, то вы тоже будьте теми, которые снаряжали войско для Халида бин Валида и поддерживали его во всем. Ведь джихад сегодня фарзуль-айн для каждого индивидуально. И не обязательно, чтобы каждый взял оружие и вышел на этот путь. Ведь у джихада много сторон. Хватит, если каждый сядет и подумает, как он может стать участником этого джихада,
чем он может помочь этому джихаду? Чтобы не остаться за пределами этого благословенного дела. أخي أبو وليد ما رأيك في علماء المسلمين اليوم؟ هل يقومون بواجباتهم فيما يتعلق في الساحة الشامية هنا؟ При всем нашем уважении к шейхам, некоторые советы мы все-таки никак не можем понять. Например, некоторые ученые, которых мы любим и уважаем, советуют нам выбрать из тех джаматов, которые уже есть, ту, которая ближе к истине, и объединиться вокруг них. Многие из нас последовали этим советам, но из-за тех несправедливостей, которые происходят в этих джаматах, не смогли ужиться и обратно покинули. А некоторые из-за этого совета до сих пор остаются в этих джаматах и уже ввязались в междоусобицах между джаматами. И защищая интересы одних, воюют против других. Из-за чего уже ввязались в крови мусульман. Ведь мы знаем, что в каждом джамаате есть истинные, искренние братья, которые, если увидят истину, то толпами потекут к нему. Но из-за того, что до сих пор этого не видят, остаются в тех джаматах, которые ближе к ним по родству или по бедственности. Я понимаю, если не было бы другого выхода, то мы вынуждены это делать. Но здесь сегодня столько много искренних братьев, которые щадят независимо от этих джаматов и ждут объединения на этом пути. И если собрать их и поддержать, то они могли бы исправить здесь положение и направить это в правильное русло. Вот думаю, шейхам стоило бы подумать над этим. Если бы в Афганистане прислушались бы таким советам, то сегодня не было бы Талибана. Ведь там тоже были большие джамааты, и им пришлось бы выбрать ту, которая ближе к истине, и объединиться вокруг них. أخي أبو وليد، ما هي توقعاتكم للجهاد في الساحة الشامية؟ الحمد لله، как я уже говорил, здесь еще не все потеряно. Здесь до сих пор сохраняется эта сила. И муджаидов много, и оружия, и территорий достаточно. И ожидаю, что Аллах доверит это опытным и боящимся должным образом Аллаха людям. И тогда те эмиры, которые разочаровались, что своими силами смогут сегодня чего-то добиться, увидят, на что способны эти львы Аллаха, имея такую силу. И кафиры почувствуют тяжесть наших рук на своих шеях, иншаллах. И умма, иншаллах, еще не раз будет радоваться нашим победам на этом пути. Ахи Абу Лид, هل لديكم نصائح تقدمونها للمجاهدين بشكل عام في الساحة الشامية؟ Я вижу некоторые братья в замешательстве. Многие из них думают покинуть джихад, а некоторые уже покидают. Советую им не спешить и проявить терпение. Не закрывайте себе двери джихада раньше времени. Если мы искренне перед Аллахом и делаем правильные причины, то нам нечего бояться, ведь сам Аллах обещал нам помощи. Клянусь Аллахом, если мы правдивы перед Аллахом, то Он не оставит нас в унижении. Ведь Аллах обещал нам дать выхода, если даже весь мир соберется против нас. Нам просто искренне нужно довериться Аллаху. А если сам Аллах закроет для нас дверь этого джихада, то мы попросим у него помощи, как Муса, алейхиссалам, просил у него, когда перед ним оказалось море, а позади войско фараона. Аллах даже море раскрыл для них, и войско фараона потопил, когда они последовали за ними. Это время, время терпения, поклонения, подготовки себя для дальнейшего джихада и дуа. Как говорится, самая темная часть ночи наступает перед рассветом. Просим Аллаха, чтобы Он повел нас правильным путем, дал нам мужество, терпение и стойкость на этом пути. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم لحسن المتابعة. كنت معكم أنا شهاب الظفيري من On the Ground News. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.